Егорович. С 70-х годов Анатолий Егорович администратором в «Локомотиве» работал. Легенда клуба. Сколько не живу. Анатолий Егорович, у нас новый администратор. Да? Да. Я в курсе дела, вы немножко рассказали мне. Ну что ж, прошу любить и жаловать, будет Гриша, он сейчас приедет туда, будет. Пускай включается. Как надо работать, чтобы команда была довольна и побеждала? Как? Вот присматривайся к старшему поколению, Гришину, что он тебе скажет, выполняй. А там уже по ходу дела схватишь и без него будешь управляться. Угу. Готовься. Зовут меня Виталий, я студент, учусь на втором курсе магистратуры. Болею за «Локомотив» с 2005 года. Разыгрывалась эта поездка среди всех обладателей абонементов. Надо было поставить хэштег, номер абонемента, и случайным образом выпадал победитель. Мне позвонили за день и сказали, что да, это я, что я выиграл. Меня разбудили этим звонком, потому что я уже собирался, ну, ранней электричкой, чтобы в Москве поспать, отдохнуть. И вечером у меня уже поезд был в Казань, то есть сам собирался своим ходом добираться. Видишь эмблему и свои инициалы на рюкзаке. Просто непередаваемо. Мне там завалены всякие ерунды, но тут не только рабочие ерунды. Геркус — открытый человек, производит впечатление того, что я знаком с ним не первый год. А заяц рядом? Заяц, кстати говоря, в машине. Он в Казань выезд, на выезд я поехал. Есть его копия, которую мне коллеги так подогнали. Заяц. Впечатлил заяц. Большая копия его выездного зайца, которую ему подарили на день рождения. Похож? На кого? На меня? На зайца. Не, они мудрец, они копия. Даже тряпочку такую же нашли. Трансфер. Будет ли усиление в ближайшее время? Вот. Мы тут вчера сидели, подводили итоги трансферной кампании. Он мне рассказал, как проходит большой ремонт на нашей арене, что сделано, что планируется делать. Дотрагиваться до кубков только чемпионы. Дотрагиваешься, понимаешь, какая история у этих кубков, как они завоеваны. Все, давайте. Идите. Мы сейчас по абонементам будем собираться как раз. Что сделать еще людям, чтобы они покупали абонемент? Что? Что еще им надо? Что? Хорошо же здесь? Ну хорошо. Ну, кто хочет, тот покупает. Скажите, что хорошо. Ну, лучше про рекорд расскажите. Да, ну вот сейчас продано на сегодняшний день больше всего абонементов. За последние 5 лет. Но не в истории. Чтобы история еще нужно напрячься. Эй. Чего ждешь в первую очередь? С кем-то поздороваться, увидеть что? Пожать руку получу. Это ты что ли помогаешь тебе или кто? Вы? Да. Оба? Я один. Ты один? Да. Ну давай. Виталий, наш новый. Виталий, давай. Работай, помогай Гришину. Давай. Спасибо за доверие. Ну, доверие. Для своих всегда доверие есть. Все доброжелательны, все здороваются, подают руку, спрашивают, как настроение, адаптировался ли я. Лучший администратор, он должен быть преданным команде. Он должен быть с командой, он должен быть... Он должен быть вот вежливым таким. Ну и к игрокам относиться, как к семье. Внимание, дальше двигай.
начальник команды, познакомься, Кузина, Станислав. Футбол давно интересуешься? Ну, с 2005-го. Ну, я думаю, что, в общем-то, в футболе быть интересно в любой ипостаси. Ну, я думаю, что справишься, тем более, что коллектив дружный, если что, помогут. А так, главное вести себя достойно и не нарушать внутренний распорядок команды. Давай, удачи. Ну что, все в порядке? Да, все отлично. Все наладил, форму собрал? Практически. Смотри, собирай форму той, которую выиграть можно. Понял? Хорошо. Так что давай, колдуй. На выезде понимаешь, что это такие же люди. Они также друг над другом подшучивают, смеются. Концентрация наступает только перед самой игрой. Дело второе. Заканчивается. Минута осталась. 40 секунд. Это ничья сродни победе. Двигаемся дальше. Верим в чемпионство. Обещал на прогулке сегодня, мы с ним договорились. Вне зависимости от результата перчатки, что он мне подарит. Вылет в 0.25, что ли, 0.15.